Привет, друзья! Сегодня я все-таки получил логическое завершение и сотворил бескивковку. Рядаковку назвал ее. Только уже леска будет пропущена внутри шестика. Ну, начну сначала. То есть вот я представлял уже такую бескивковку, ее испытал, ничего так работает, но тяжеленькая. Вот, то есть леска проходит из верхнего отверстия, сюда же вставляется шестик, леска проходит внутри шестика, выход из шестика, чтобы не повредить леску, завершается кусочком капрона, это от авторучки кусочек. От стержня. Вот. Ну и в принципе она такая рабочая. И я ее использовал, даже и блеснил, и соответственно большие приманки на течении пробовал. Но не особо она добычлива на течении на большом, потому что может игра какая-то у меня пока особенная. Но это я имею в виду на течении где-то 4,5-5 метров на такой глубине. Вот. Дальше. Также сделал вот бескивковку рядаковку. Я не буду оснащать сторожку этим чертиком или безнасадочной мормышкой. То есть вот она у меня работает. Но леска проходит вдоль шестика. Благодаря вот этим колечкам пластиковым. Пластик высокопрочный, термостойкий и, в общем-то, износостойкий. То есть не протираются колечки. Вот. Это довольно-таки удобная вещь. Во-первых, снаряжать ее, то есть вытащили лесочку, пропустили. И, в принципе, она практически не мешает ни игре, ничему. Даже вот эта вот парусность, вот если видно поклевку касания дна, то есть удобно очень. Как бы и поклевки видны на подъем, например, то есть леска чуть провисла, ну, рукой, в принципе, ощущается. Но касание дна очень хорошо ощущается. Вот. Сделана она просто, то есть вот я вот как вам показывал, то есть ручка, ось, катушка, будем так говорить, шайба фрикцион, пропускное колечко и пропускные колечки, то есть вот. И небольшая возможность скомпоновать ее, ну более, уменьшить там на 5-6 сантиметров, вот. Ну а теперь перейдем к самому основному. То есть, ну, не все хотят, чтобы, допустим, вдоль шестика леска была пропущена. Как бы, когда внутри шестика конструкция выглядит цельной и практически так вот эстетично завершенной. Вот. И к этому решению я пришел. Вот эта удочка собранная. Вот, шестик полый, внутри него проходит леска. И теперь мелочи, которые меня, в общем-то, сподвигли на сооружение вот такой конструкции удочки. То есть удочка легкая, ее и держать удобно, всяко. Можно между двумя пальчиками, чувствительность возрастает. Вот. Ну, то есть, как бы удобная. И как я к этому решению пришел? По сути дела, сейчас очень прочные пластики, вот, например, капролон, вот этот капролон кусочек, он, ну, очень прочный пластик. Или капролон, ну, прочный, в общем-то. Вот. И его достаточно, я тут одну удочку когда делал, решил просто протестировать, повесил полторашку на чертика, начал поднимать, в общем-то, сломался шестик. И сломался шестик в нижней части, то есть как бы рама вот этой всей, на чем собирается на этот кусочек. Ну, естественно, его можно упрочить, то есть здесь все равно есть отверстие, подобрать по диаметру еще одну вставку из карбона, и, соответственно, она будет прочная. Ну, 1,5 килограмма нагрузку
применять, естественно, тонкие лески никто не будет. Это я просто взял леску 0,12, она держит у меня где-то там около, в общем-то, килограмм 2, там, 2,200. Вот, и пробовал поднять бутылку, полторашку с водой. То есть, практически 1,5 килограмма. И, соответственно, она у меня вот в этом месте сломалась. Эту, в общем-то, быстро переделал все и собрал конструкцию следующим образом. То есть, взял кусочек терапласта, вот, просверлил два параллельных отверстия. Один вставил на нижнюю часть, другой вставил карбоновый шестик. Расстояние получилось, видите, большое от катушки. Но это для того, чтобы было удобно вставлять леску. Ну и, соответственно, леска, чтобы меньше перегибалась вот в месте, где она входит. То есть, чтобы она легче, меньше перегибалась. Вот в таком состоянии, положении, вот видите, да, перегиб плавный и, я думаю, что удобный. И, соответственно, вообще практически исключает касание лески о карбон. Вот. И как я это сделал? В общем-то, я сейчас вот это собрана удочка. Вот. Собрана удочка. Работает. Ее держать можно, говорю, вот так. То есть, вот эта вот площадочка, она зажимается между пальцами, и в пальцах очень хорошо ощущаются вот эти вот поклевки всякие, движения приманки и, в общем-то, все, что нужно для ловли рыбы. Вот. Можно держать ее, вот, когда, например, вот так. Ну и, соответственно, в разных комбинациях, как бы там, пальцы не устают, потому что тут везде пальчики не просто ее держат, но еще есть фиксатор, чтобы не вырвала рыба. То есть вот эти вот всякие выступы у катушки. Вот. И, естественно, удочка держится крепко. Если здесь держу, вот, то же самое. И катушка, фиксатор, и в пальцах удобно. И в перчатках я ловил. В варежках, естественно, не ловил, но в перчатках ловил. Вот. И вот, в принципе, удобно. И для того, чтобы избежать вот этих касаний внутри шестика, у меня уже была такая вещь придумана на... Как раз вот когда я только пробовал собирать удочку-телегу из фломастера, и там мне необходимость такая была, чтобы леска держалась и не сваливалась с катушки. Вот я как раз вот такой поводок, будем так говорить, поводок для лески, я его как раз внедрял. И теперь этот поводок мне пригодился вот именно для бескивковки, для удочки. То есть, смотрите, видите, это... Так, как мне показать-то? В общем-то, это трубочка. Трубочка эта взята от дезодоранта, который спрей. То есть, я разобрал баллончик, и в ней трубочка. В этой трубочке, в общем-то, капроновая трубка такая более прочная. И там маленькое отверстие, которая и сама она по диаметру небольшая. И вставил я ее прям в шестик. Просто согнул, подрезал. И у меня теперь получилось, что спокойно, сейчас ослаблю, могу, во-первых, леску вправить в нее. Она не дает, в принципе, запутываться лески, спадать с катушки лески. И плюс очень огромный этого поводка. Он, во-первых, леска не перетирается. И вот она не соскакивает, самое главное, с катушки. Вот. То есть, видите, да? Это как бы логическое завершение всех моих творений, трудов. Они вот объединились вот в этой вот удочке. Тоже так же удобная она, легкая. Но я не взвешивал, но она в районе там 10 грамм весит за счет длинного шестика. То есть вес немножко прибавился. Но она вот за счет того, что тут она отбалансирована, получается. То есть как бы чертик, я чертик привязал сейчас. Так-то я не на нимфу ловил. Она отбалансирована и нагрузки практически я не чувствую эти 10 грамм. По сути дела, вот перчатку если оденешь, она грамм, наверное, 100, наверное, не знаю. Не вешал перчатку, но она весит достаточно. И здесь все касается пальцев и, соответственно,
нагрузку эту не замечаешь в удочке. Вот. Ну, давайте разберем ее. Ну, то есть все то, что я в предыдущих видео делал, вот, и окончание также, только немножко подплавил я его, как это положено, чтобы также не было ни заусенок, ничего. Одел на шестик вот этот стержень, кусочек стержня. И, соответственно, теперь эта удочка полностью завершена. Длина тоже хорошая вот у этой удочки. То есть она убирается и в ящик, и еще ее можно вот разобрать. Ну, давайте я убираю сейчас чертика. Вот этот чертик уловистый. И лещей, подлещиков. И окунь, и сорога. Все на нее клевало. То есть вот я, смотрите, сматываю. Вот он все внутри шестика. Без натяжения. Так как она прижимается у меня, вот этот поводок для лески, катушки, он спокойно сматывается. И пропускать его не надо, там катушку снимать. То есть вот взяли, оттянули чуть-чуть ее. Вот. Вставили лесочку туда. И также она потихоньку нажимаешь на леску, то есть прочность на изгиб не переходишь, и, соответственно, она пропускается через весь шестик. Ну вот. Такая конструктивная особенность. Если кто внимательно смотрел вот эти вот, ну, сборки, у меня там видео, практически каждую деталь я уже обсосал, разжевал и только что не выплюнул, внедрил в эту в удочку. Ну, давайте теперь разбирать. То есть, вот эта штука у меня спокойно вытаскивается, то есть сторожок. Вот это то же самое, поводок. Его вставляешь в шестик. Ну, чтобы я сейчас в данном случае, чтобы не потерять его. Дальше. Вот этот, ну, я его, вот это место я постарался посадить так, что, то есть взял штангенциркуль, замерил диаметр карбона, соответственно, подобрал сверлышко и просверлил. Обточил плоско. Все это, естественно, можно обрисовать и обделать, ну, в другие, конечно, формы. То есть вот это можно пошире площадочку сделать, для того, чтобы там пальцы вообще держались. Но в данный момент мне вот понравилось просто вот. Во-первых, вот эта ширина была детали, из которой я сделал вот этот насадочку, держатель шестика. Также через него проходит леска. В общем-то, в принципе, все я рассказал. Эту я не буду снимать, хотя она, ну ладно, сниму вон. Вот, обычная деталька. То есть вот эта деталька и решила весь вопрос для того, чтобы сделать удочку без кивковку, рядаковку. Именно с внутренним пропуском лески через шестик. Вот. Ну и сборка в обратной последовательности. То есть все это очень просто. Смотрю через камеру, поэтому немножко движение неуклюжее. Вот. Вот. Вставляем. Вот. То есть все как должно быть. Теперь можно взять леску, продеть в это отверстие, пропустить, и все. Удочка готова. Удочка без кивковка. Это мне подписчик попросил. Естественно, процесс как бы затянулся. Сейчас занимаюсь усиленно. Тестирую то, что делал зимой для летней рыбалки. Вот, обкатываю свой спиннинг пятичастник. Вообще нравится. Ну, забросил другие спиннинги, даже которые покупал именно для ловли на мини-джих и, соответственно, нано-джих и на мармадроч. И он мне заменяет сейчас практически все вот эти снасти. То есть, как бы у меня было отдельно на микроджих и, соответственно, на мармадроч. Два спиннинга было.
Вот, ну, на которые я, то есть, уже их обловил, и они работали. И теперь вот этот спиннинг, который я сделал пятичастник, вот, у меня есть видео про него, он работает у меня и как мармадроч за счет кончика от махалки, и очень чувствительный, как нано-джиг, и даже есть желание у меня попробовать его как мини-фидер. То есть взять микрокормушечку, там граммов, может, 3-5, и, соответственно, ловить на нее чего-нибудь. Вот, потому что шестик, ну, шестик, кончик очень стал чувствительным. Ну вот, друзья рыбаки, завершил я наконец-то эпопею про удочки без кивковки. Думаю, если следующие удочки буду делать, то есть уже буду менять какой-то дизайн, конструктивные особенности, я менять уже не буду. Потому что здесь практически все есть, что нужно для того, чтобы ловить успешно рыбу на бескивковку. Вот. То есть на разные случаи жизни. На глубине, на течении, потому что тут шпулька побольше, закрыто все, держать ее там в варежке. На тоже можно на глубине, но только с умеренным течением, соответственно, и лески применять тонкие. Вот. В общем-то, то есть бескивковка, рядаковка и бескивковка, рядаковка с пропуском лески внутри шестика. Ну, счастливо, ребята. На следующем перволетке обкатаю все эти удочки. Весной мне очень понравилось на свои творения тут ловить, рыбачить. Посвятил этому целую рыбалку, испытанию только этих удочек. И, соответственно, в общем-то, доволен и конструктивными особенностями, и чувствительностью, и просто. Просто рыбалкой был доволен. То есть наловил рыбки на ушицу, на жарешку и, соответственно, получил от этого всего кайф. Тем более, что ловил практически удочки, сделанные из бросового материала. Ну, до новых встреч на рыбалке.